Друзья, приветствую вас на канале Дешевый Китай. Сегодня мы протестируем вот такую вот портативную небольшую сигнализацию. У меня версия Wi-Fi и GSM. Конечно, при покупке нужно выбирать, какая вам нужна, потому что если вы хотите установить, например, на даче, то Wi-Fi там не будет. Да и в целом один Wi-Fi не спасает, по-любому нужна SIM-карта, чтобы вы получили уведомление в случае, например, там заглушение Wi-Fi сигнала. И такая вот идет, конечно же, в комплекте мощная сирена, которая орет очень громко. Использовать ее, конечно, просто так в квартире без нужды я бы не рекомендовал, потому что соседи точно не скажут вам спасибо. Поэтому давайте тестировать краткий обзор сигнализации Kirui W181. При этом на AliExpress сейчас проходит распродажа, поэтому можно приобрести данную сигнализацию с небольшой скидкой. Начинаем! Комплект сигнализации у меня, можно сказать, один из самых простых. Поставляется в такой упаковке, внутри находится сирена. Забегая наперед, могу сказать, что громкость просто зашкаливает. Далее кабель micro USB на USB и блочок для постоянного питания пульта управления. Два брелка управления сигнализацией, датчик на окна двери, датчик движения, сам пульт управления и различные брошюрки. И, конечно же, инструкция. В общем, мой комплект выглядит примерно так, но у продавца вы можете выбрать любой другой, или же докупить датчики при необходимости отдельно. Вариантов огромное множество, можно докупать датчики дыма, протечки и так далее. Конечно, чем больше набор, тем и дороже он будет, поэтому перед покупкой желательно понимать, сколько датчиков вам нужно. Сам пульт довольно банальный, работает он от сети, но внутри встроен аккумулятор, который будет работать, когда кратковременные перебои со светом. Если же у вас часто подолгу не бывает света, то можно питать его через сквозной пауэрбанк. Блочок имеет параметры 5 вольт 1,5 ампера. На самом пульте есть небольшой, но довольно информативный экран, а также сенсорные кнопки управления. У меня, кстати, версия с Wi-Fi и GSM модулем, поэтому если не будет работать дома Wi-Fi, то он будет передавать данные через обычную SIM-карту. Также такой вариант отлично подойдет где-нибудь на даче, так как зачастую там нет домашнего интернета, только мобильный. Поэтому выбирайте, потому что есть версия только с Wi-Fi. Настройка производится с помощью довольно обширного меню. Можно задавать номера оповещения, подвязывать охранные компании, устанавливать пин-код, добавлять датчики, удалять ненужные и так далее. Меню действительно обширное, поэтому можно производить довольно глубокую настройку. В комплект поставки входят такие пластиковые крепления, одно из них крепится шурупами к стене. Если же попытаться снять устройство во время охраны, то сработает сирена, так как есть датчик того, что модуль висит на подставке. Датчик движения довольно миниатюрный, смотрится стильно. Он может питаться как от 5 вольт, то бишь через обычный блочок для зарядки телефонов, так и с помощью встроенной батареи. Ее хватает более чем на год использования. Перед началом работы не забудьте достать заглушку. Датчик открытия-закрытия окон и дверей имеет такой внешний вид. Принцип работы Геркона, я думаю, все знают. Если магнитное основание отдаляется от датчика, то срабатывает сирена. Сам пульт управления можно подключить к телефону с помощью приложения Tuya. Для этого на пульте нужно зайти в настройки Wi-Fi и выбрать умное подключение. Далее в телефоне выбираем добавить Wi-Fi сигнализацию. С телефона можно также ставить на охрану, снимать с охраны, выбирать зоны охраны, в общем, все как на брелоках управления. Есть 4 кнопки: охрана, снять с охраны, смена зоны охраны и режим SOS. Установил я датчик открытия на окно. При открытии его даже без охраны можно видеть красный индикатор, который и показывает сработку датчика. Если же мы ставим на охрану, то при открытии окна сразу же поступает сигнал на пульт управления и включается сирена. Датчик движения можно закрепить под потолком штатными саморезами или же на двухсторонний скотч. Я для теста поставил на полку, принцип простой. При обнаружении движения загорается красный индикатор. Если же поставить на охрану и будет какое-либо движение, то сигнал передается на пульт и срабатывает сирена.
Ну что ж, друзья, я думаю, вам понравилось данное устройство. Конечно же, нужно понимать, что можно выбирать различную комплектацию продавца. У меня в комплекте было несколько датчиков. Например, вот такой вот датчик движения. Вы же можете выбрать 2, 3, 4, 5 таких датчиков. То есть, сколько вам нужно в зависимости от вашего помещения. Точно так же и с датчиками на открытие окон и дверей. Конечно, есть и дополнительные датчики, например, датчик задымления. Прикольная штука, в случае какого-то там происшествия вы сразу же получите уведомление. Конечно, огромный плюс, что данная сигнализация имеет встроенный аккумулятор. Как мы видим, сейчас светится экранчик. Конечно, ей нужно постоянное питание, она не сможет на нем работать очень продолжительное время. Но если у вас какое-то кратковременное отключение, то, конечно же, она будет работать. Датчики тоже работают по, скажем так, батарейкам, с помощью батареек. Конечно, датчик движения можно подключать и напрямую к питанию, а в случае отключения электричества он будет питаться от встроенной батарейки. Но это не обязательно, ее хватает более чем на год использования, поэтому я не вижу смысла тянуть сюда провод. Мне кажется, проще менять раз в год батарейку и не париться. Датчик движения имеет тоже свою батарейку, поэтому там тоже все довольно просто. Интересный набор, довольно популярная сигнализация, по-моему, у продавца более 4000 заказов, поэтому переходите по ссылке в описании и покупайте. На этом у меня все, подписывайтесь на канал, впереди вас ждут новые обзоры интересных товаров из Китая. Всем пока!